Так, ну что, мы убрали еду и приготовились получать подарки. Я предлагаю, знаете... Начинаем с Деда Мороза. Да, начинаем с Деда Мороза. Я предлагаю такую схему. Он выбирает одного человека, которому дарит подарок. Потом этот человек выбирает другого человека, дарит подарок. Так будет прикольно. Выбирай, кому первому подарок. Ну, кто больше всех хочет получить руку, поднимите. Катя, пойди, Вася. Конкуренцию заставить. И ногу мою. И я хочу. Я хочу. Ладно, начнем с самой маленькой. Ах ты такой всякой. Потому что она самая нетерпеливая. Так, единорожек. Что-то мягенькое такое. Ну, давайте посмотрим, что тут Дед Мороз Алисе приготовил. Там мало, да? Я что-то вижу. Что это? Рюкзак Сони! Вау! Ничего себе! Его можно носить! Круто, померяй! А что у него с руками? Какие-то перчатки. Здесь мультика. Класс, померяй. Рюкзачок. Спасибо, папа. Не папа, а Дед Мороз. Дед Мороз. Где ты тут папу? Дед Мороз сегодня уже приходил. А ты папа. Я только в барбершоп сходил. Папа Мороз. Так, ну что, Лисюшка, теперь ты даришь кому-то одному подарок. Выбирай, кому подаришь. Подарю. Кому? Ну? Бабушке. Хорошо. Давай. Я дарю подарок бабушке. Который сделала своими руками, да? Это тебе. Спасибо. Конфетка. Настоящие тебе нельзя? Это тебе конфетка. Ты же любишь сладости. Да. Это вырезалось, клеилось. Это подделка. Спасибо. Так, ну что, теперь бабушка дарит тебе подарок бабушка. Кому-то. Выбирай. Бабушка дарит подарок Насте. Ой, а можно сразу двоим? Можно. А, вы не однаковые? Нет. А чего так? Не знаю. Як ти знаєш, де кому який? А там написано. А, да. Ну, щоб вам, я не знаю, як, що пожелати. Я вам бабушка. Благодарю. Інтересно, що вам попадеться? Попадеться. А, я таки подумала. А така чашка. Клас. Це термос же. Ну, да, да. Ну, як у тебе я так зрозуміла, да? Подивись, подивись. Дякую. Ну, да, я зрозуміла, що з радостями. Клас. Подобається? Mm-hmm. Колір, а це подобається? Вам до чашок, щоб було що. О, дякую. Поділитись напополам. Нічого собі. А, там, да, там класний чай, 1001 ночь. Да, Катюше стаканчики бабушка подарила. Да, а тепер давайте, Катя, відкривай. Дякую. Купила, це для Каті? Тому. Відкривай. А що там таке? Та, нічого. Ну, це так. Це... Настя, так добре, що я купила маленькі. Два тижні тому просто купила, я знала, що вона їх хоче. Ну, типа. Якщо ви щось хочете, треба, щоб весь світ про це знав. Так, вони ж різні, вони ж різні. Ну, ці трохи більше. Катя, ти з собою поділишся? Дякую, я сьогодні якраз шукала. Тільки не було карамельного. Ну що, Катя? Катя, вибирай, кому дарить подарки. А що вона тебе подарила? А, сирок? Тобі це, щоб не дарить. О, Катя вибрала Алісу і Сережу. Інтересно, що? Перший подарочок. Інтересно, що вам там? У вас там по два подарка? Ты так и хотел? Мама, дай вот это. Давай я помогу. Что-то пушистое. Это же чехол на твой Samsung. Да, это мочалка на самом деле. Яденький. Я приму. Давай. Крокодил! Крокодил! Хотел такого крокодила? Да. А что ж там у Алисы? От Катюши. Что это? Что это? Акула. Акула! Похоже на крокодила. Да, она тоже кусает. Угу. На зубы нажимаешь точно так же. Акула! Ну, спасибо, Катя, скажете? Спасибо, дайте мне Samsung. Дайте мне Samsung. Ha 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 ha!
нас поможешь чехол переодеть? Нет, я сама. Давай сейчас уложишь. Алисочка, телефон упадет, осторожно. Давай, надевай. Ты правильно надеваешь? Сзади? Да, правильно. Можно подарю сейчас, Катя? Да, сейчас вы с Алисой будете дарить. Алис, выбирайте, кому дарите. Ну, дарите, ты кому будешь дарить? Я дарю дедушке. Давай. Я Катя. Хорошо, давайте. Дарила бабушке, а потом дедушке. Какая ты умница. Правильно, сначала старшим. Что ты там для дедушки приготовила? Вот. Это барсик. Молодец. Это барсик. Это барсик. Класс. Ты знаешь, похоже. Барсик? Да, похоже. Дедушкин кот, да? Да. Ой, какой желанчик. Я ему принесу и покажу. Мне нравится. Действительно похоже. Он мягкий такой похож на... Мягенький. Чехол-котик. Чехол-котик. Так, я, ну, попробую. Сереж, дари Кате свой подарок. Дякую. Дякую. Между прочим, я не Оскар отримала. Ти знаєш, ти реально отримала Оскар, тому що всім остальним у нього однакові подарки, тільки тобі почему-то ёлочка. Вот, это Серёжа расписал гипсовую ёлочку. Сейчас попробую. Алиса ему тоже помогала. Я попробую этот чехол просто. Чехол попробуешь? Чехол попробуй. Так, кто следующий? Подарили Кате. Катя, ты. А, я теперь? Ну, понравилось. Выбирай. Алисе понравилось, конечно. Да. Вот кому? Настя. Настя. Что, два подарка, Настя? Ты дополнение, да? Сильно понравился подарок. Уже дали. Значит, она хотела такой. Хотела? Не, мы не знали. Не, так просто. Да. Случайно, да. Здорово. Что это? А я не знал, що таке делают. Ти не вийшли в машину, тобі твій же глючить. А, спасибо. Прикол. А що за доповнення? Ні, а, ну це даже я думала, да, оце клас. А, балаклава? Спасибо. Это ти з собою туди візьмеш теж, да? Так, на стільки. Клас. Супер. Так, давай я малим теж подарую. Во, малым всегда да. Ого, ну покажите, подождите, дайте хоть посмотреть. Ничего себе. Тут же даже эти птички, которые растут в воде. Тики, открывай, разом, давай. Что это? Шапка Соник? Вау, шапка Соник. Шапка Эль. Кто это? А ну снимай розовый. Шапка Соник розовый. Так это же не Соник, это вот та его подружка Эми. Да. Класс. Смотри, мам. Вау. Смотрю. Вау, как классно. Супер. Дайте косточку. Еще один чехол. Еще один чехол? С сердечком? Не, это тоже на Samsung. Ё-моё! Я буду всю... Где Samsung? Потеряла Samsung. Я буду всю ночь так спать, вот так и играть. Ай, эти бози какие милые. Интересно, какая там птица? Спасибо огромное. Мне очень нравится. Еще один чехол, пожалуйста, мама. Так, теперь вы дарите, дети, раз вам подарили. Да. Дари Кате. Давай. Папе, то есть. Папе? Катя, ладно, то есть. Папа, ты тебе. Это елочка? Нет, это не елочка. Вау, круто. Это Алиса сделала. Слушай, главное, носом похож. Спасибо. Смотри, какой. Вот. Ой, а тут и мини, походу, подорожник. Я немножко Алисе помогала его делать, потому что впервые она клеила, ну, такую подделку. Четлен. Помогала вот согнуть. Ты мне даришь или кому? Насте. Насте? А, давай. Волосы закрываются до глаз. Ура! Моя любимая птичка! А другие будут черные. Спасибо. Это моя самая любимая птичка. Я ее очень сильно хотела положить. Класс. Я обожала ее. Обожала. Класс. И я молодина.
Сейчас разобью. Смотри, а у Сережи такой же, по-моему. Ты его разобьешь? Хочешь глянуть? Ну, бей. Моя любимая! Моя красивая! Бей об коробку тоже обну. Как же мне тебя не хватало! Он реально одинаковый, Настя. Серьезно? Мне тоже так кажется. Да. Красивый, как голуби мира. Блин, это знак. Рука на таких была набыта, что же я выбрала их. Это знак, это голуби мира. Все, будет мир. Да, белый голубь. Реально, причем два белых голубя попалось, очень красивых. Белые голуби. Мне нравится, я мечтала получить этого голубя. Обалдеть, на своего голубя. Дай-ка я яйцо. Так, ну что, кому даришь подарок? Ну, как Санта Санти. Санта Санти? Сережа, да? Да. Ну, брат, давай. Санта. Держите меня, дайте косточку. Наверное, чехол. Да нет. Что это? Ракета! Ракета? Пенал. Пенал. Пенал, ракета? Да, это пенал. Ох, какой же мой любимый. Теперь ты будешь. А сейчас завалили детей подарками. Так, ну что, Сереж, опять ты даришь? Давай, выбирай кому. Надеюсь, мне подарят. Может, мне сделали подарок. Манипуляция. Мне? Спасибо. Такие. О, у меня тоже челка один глаз закрывает. С прапором, да, у меня сейчас я поставлю где-то вот тут. Не, положу пока что. Я все рисунки всегда сохраняю. Так, кому бы мне подарить подарок? Так, я сейчас подарю подарок дедушке еще кому-то. Дедушка. Мы тебя все вместе скинулись на дорогу, решили деньги подарить. Ой, спасибо большое. Вот. И я подарю подарок мужу своему. Угу. Хочу с мужа начать. Я всегда с детей начинаю. Хотела, чтобы мне подарили. Нету мужа, Дед Мороз. Ой, ну, ничего. Я хотела, чтобы мне подарили. Это тебе, чтобы было такое новогоднее настроение на втором этаже тоже. Ух ты, спасибо. А что это? Это просто не наволочка. Просто не наволочка. Да, такие новогодние. Так, теперь я, да, дарю? Ну да, теперь ты даришь. Так. Бабушка, ты хорошо в этом году себя вела? Плохо. Плохо. Ну, тогда нет, ты тогда обратно ложу. Ладно, в следующем году хорошо видишь. Ты сейчас завтра что-то. Ну да, это Рождество. Под елкой будут. Бабушка это себе хотела. Это подставочки под чай такие прикольные, силиконовые. Под чашку. Так, бабушка, кому даришь подарок? Деду Морозу. Деду Морозу. Спасибо. Так, Дед Мороз, что там тебе? Опять что-то мягкое. Что-то мягкое. Свитер. Нет, не свитер, а что это? Полотенце. Полотенце. Или одеяло. Спасибо. Так, помылся и лег спать. Так, смотри, снеговичка, давай где-то поставим. А то главное он... черное, что не видно. Хорошо я помылся? Не, оно же черное. А? А, бодается. Так. Ну, я лаверды. А это что значит? Ну, ты мне подарила, я тебе. А лаверды? Лаверды. А, я что-то же... Начал открывать мой подарок. Да думал помочь тебе. Спасибо. Я же Санта, я всем помогаю. О, мне это надо. О, покажи, мама. Надеюсь, размер для твоей головы подойдет. Тоже надеюсь. Микрофон, да, с микрофоном. Так она играет. О, опять я дарю. Какое? Когда это было? Так, я хочу подарить подарок. Нет, не тебе. Вам и так надарили кучу. Пора кому-то другому. Кто-то звонит кому-то. Уже все. Все, перестал. Так, я хочу подарить бабушке подарок.
У меня тут бабушки. Такой подарок, что я одной рукой не подниму. Кать, помоги. На, помоги. Ух ты. Это бабушки. Тут и простынь, и две наволочки. Я даже две взяла, чтобы для думочки было. Такая же. И подъяли. О, с праздником. Бабушка, кому даришь? Я дарю. Дети, дети, бабушка Алиса. Вас выбрала. Открывайте. Интересно, что там? Пусть это пластилин, пластилин, мой любимый пластилин. 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 Еще помаленькому. Маленькому. Темнел. Огромные киндер, яйца. Да пускай едят и съедят. Эй, теперь вы дарите подарки. А, кстати. Я уже поняла, кому буду дарить. Кате. Спасибо. Кате. Кате, тебе. Ух ты, спасибо. У меня будет теперь стоять дверь. Покажите. Да, елочка. Да, Алиса раскрасила елочку, радугу и решила подарить Кате. Мне нравится очень сильно, какой ты мне чехол подарила. Сереж, ой, Алис. Алиса, Сережу послушай. Спасибо. Сережа тебе сделал подарок. А ну покажи. Вау, какой. Это я ваш платье? Да, и с собачкой. Это Умка? Супер, красиво. Все с помощью цифр. Так, кто теперь дарит? Катя, да? Да. Ну, я хочу тату, я была бусы. Давай добрый тату. Папе. О, наклад. На уши. А, вот они еще порвались, да? Ну, так, так уже, непрезентабельный вид. Ниссан. Это для ключей? Да. А, брелок кожаный, да? Спасибо. Крепкий. Как Алисе. Так, папа. Ну, я не дотяну. Дед Мороз, ты даришь. Я подам тебе. Да давай оба уже. Ого, тяжелые. Я взяла одной рукой. Ну, я Настя. О, спасибо. Ну, не сказала, я не знаю, не сказала. Белая коробка. Что там Насте подарили? Это прям по твоей специальности, по твоей работе. Ты что-то подсказываешь, что тебе смотрел? А нашего не дома, я напью. Ну, друзьям будешь делать. Блин, ну это прикольно, дуже. Класс. Это все сюда ставится? Це мохітку робить. Мохітку? О, це мадлер. Що? Мадлер. Так, вона знає, то ми її знаємо. А це закривати бутилки. І через них бачиш, що лити зручно. Ну, коротше, я все це знаю, так. У мене все це було на барі. Теж така штучка стояла, і я всім цим користувалась. Спасибо. Ложечка. А, це, коротше, ти спочатку береш штучку. В ній взбиваєш коктейльчик, намішуєш, а потім отак кладеш і через неї виливаєш. В общем, ми прийдемо к тебе в гості, ти все це на практиці покажеш. Мені не треба. Мені не треба. Я тобі без алкогольний зроблю. А, так? Какой-нибудь шейк, так? Мохито. Шейк молочний какой-нибудь. Ой, як вкусно. А, так, це ще льод ложить, щипси. Наверное. Интересно. Ты кому, Настюш? Интересно, да. Ну, хотела, знаешь, папе, але хочу к тобі вже. Щось тобі якось рідко попадає. Ну, я до кожного щось прикладала таке, типу, съедобне, бачиш? Ну, так, це повинні було бути сінабончики, але ми їх поклали на стіл. Понятно. До цього щось. Спасибо. Таке. Так. Заклеїли так, що... Не відкриваєш. Це вирі. Да, я теж не розпію. Подставка под чашку? Да, и там другие открывают. Дракон. Да, ты такие хотела. Кот дракона. А ты услышала, что я хотела, да? О, она деревянная еще. С этой стороны. Класс, спасибо. Супер. То я люблю чай пить в неположенных местах. Не на кухне.
Ты мне без подставки. А это что? Ложка. Ложка новогодняя, которую я так долго думала купить. Да. Ну, прикольно, спасибо. Он тоже с дракончиком. А где ты такую взяла? Я такую не видела в эпицентре. Эпицентр? Да. Я не бачила. Класс, а с дракончиком весь год актуально. С Дедом Морозом, там, с Санта-Клаусом не весь год. Больше будет все. Куда ты мою ложку? Забьешь еще. Катя, мне что-то жаль твоего кота стало. У разорванной упаковочки. Ой, такой. Боже. А где мой подарочек? Так, кому же я подарю подарок? Я подарю подарок, наверное, Кате. Мама, новый пингвин! Вау, не, у нас такой есть. Так, я приготовила и Насте три подарочка, и Кате три подарочка. Раз, два, подожди, доча. И вот книжечки, которые так хотела Катюша. Она про них знала, сама выбирала. Что, котик? Во-первых, я очень сильно хочу петь, а во-вторых, скоро будешь у меня подарки дать. Скоро буду, да. Это ты мне не даришь. Катя собирает вообще коллекцию какую-то книг. Вот, это украинские классики. Нет, все не классики, выдавництво поэзии. Ясно, выдавництво поэзии. Дивный день без сирого кота. Дом не дом. Без рыжего кота, да. Дом не дом без кота, пап, написан. Не понял, кто. Откроешь, Кать? Да, открою. Я тоже не могу понять, что надо. А, ну, да. Это ключницы. Это рыжий кот Батон и рыжий кот Симба. Сейчас. Ну ладно, Тим. Сейчас. А кто там с Батоном рядом? Два Батона, молодец. У него сынок. В детстве не взрослый. Батон в детстве не взрослый. Два Батона. У них такой взгляд, как будто ключи у них. Два Батона. Так, ну и давай третий. Ну, это у вас вечно дома. Ну вот, да. Это всегда актуально. Будь ласка. Теперь ты даришь. Ну, я тебе маму ставлю, а ты знаешь, что это. Хорошо. Бабушке подарок. Смотри, бабушке Катя подарок подарила. Так, что там Катя бабушке подарила? Тоже денежки? Двум. Я без очков не вижу. Это не билет в театр? Ночь перед Рождеством. Там написано «Ночь перед Рождеством». Ну ты же со мной пойдешь? Да. Ну она же свой билет тебе не будет дарить. С нами. А коли? Грудня, это вот скоро. Да, надо еще один тогда купить. Дедушке никому не дарил подарок. А у дедушки нет подарков. Мы же его не предупредили. Да. Он не знал. Так, давай, бабушка. Спасибо. Чтобы тебе кушалось хорошо. Чтобы мне кушалось хорошо? Мне худеть надо. Так, что ты мне тут такое бабушка подарила? Чтобы мне кушалось хорошо. Какая красивая посуда. Алис, радужная, глянь. Может, я такой буду пользоваться? Я для тебя и просила ее подарить мне. Лишь бы ела только. Да, это тебе. Она просто как радуга. Просто радуга. Вилки не колятся. Это мы ходили по эпицентру, я увидела и думаю, вот какие радужные приборы, Алисе бы такое понравилось. И маленькая он красивая. Да, да. Думаю, ела бы лучше. Ну, она же любит все радужное. И такая, думаю, а что сейчас вот бабушка, говорю, подари мне. Так что я знала про этот подарок. Я сама выбрала для Алиски. Спасибо. Не, ну если не будет не так, то поменяются. Я не помню, где здесь чей подарок. Здесь один для мальчика, второй для девочки. Если что-то не то, то поменяйтесь. Подожди, давай свое. У тебя же не твои. Это вам от меня. А попалось как раз то, что надо, да? Что? Ты ж хотел... Так, давай. Нет, наоборот попалась. Вот тут бой написано, мальчик, держи. А то давай Алисе. Там гео. Это новогодние пижамки вам, Алис. У тебя есть Сережа?
Конечно. Я его одену, когда будет Новый год. Все, я приду до дома, маме скажу, мама, не покупай мне пижаму. Правильно. Он хотел на день рождения, чтобы мама купила. Так, ну а это подарок, будете играться вместе. Это от меня вам главный подарок. Открывайте. Подожди, можно и так попробовать, смотрите. Только не пальцами. Вот тут нажмите на кнопку. Останавливай. Ну как? Теперь открывайте. Так, нет, подождите, не открывайте. Дарите теперь вы подарки. Алис, вы подарки дарите, давай. Спасибо. Ух ты, какое сердце большое. Мне больше ничего и не надо. Подарки я дарю Насте. Ну подожди. Так, мама дарит. Так, мне подарили. Давай, дари. Кому? Дед, второй Дед Мороз, Сева. Спасибо, а я уже не Дед Мороз. Спасибо, круто. Можем кричать? Это я на ветру. По-моему, это ты про море. Это ураган меня сдувает. Боже, какие волосы смешные. А, я мечтаю о море. Мечтаешь о море, да, мне кажется. Сережа, а что это означает? Да. На рисунке. Это я мечтаю о море? Да. Да. А ну, дальше. Прикольно. Посмотрите на папины волосы. Летающая тарелка или что? Корабль. Костя, мечтающий о море под снежком. Прикольно. Это я дарю, да? У меня осталось. Нет, что-то ты даришь, я дарю. И мне подарили. Ну, я дарю. Ленин. Так, ладно, последний у меня подарок на десерт. Не знаю, на десерт? Там десерт. Мы с подарками стол завалим просто. Что это такая горная? Ух ты, какая лупа коробочка. Якась. А? Лупа якась. Ух ты, боже мой, что это такое? Что это? Ух ты, класс. Ничего себе. Пап, ты что, на Африке дослазу? Вау. Боже, какая гарная. Я гарну. Вау. Это чтоб ты писала свои самые лучшие сценарии. Все уже гарно. И стихи. Вау. И стихи. А он, наверное, запомнил. Ты же в Испании такое покупала. Ну, для барахолки, да. С праздником. А это так, это получается перьевые ручки, да? Да. И куча разных насадок. А чернильница? А вот чернильница. Чернильница, перо и насадки. А чернила есть запасные какие-то? Перо красне. Подивись. Боже, це дуже гарно. Я ніби якийсь Дракула. Так, тепер я дарю. Настюш, достанеш? Настюш, свої подарочки достанеш? Да. Катюш, передай, пожалуйста. Боже, пап, де ти таке знайшов вообще? Я тільки не бачила, я таке бачу. Ні, в Україні. Та не мені ж, Настя. Ну ти ж даруй. Настюш. Вау. З праздником. Смотрелась на папин подарок. Вот ще твій. Ого. Да. А, перо у Пети выросло. Боже, так гарно запаковала. У Пети или у Проши? Я же думала, тут стояло, что уже гарно запаковано. Да, это тебе. Я пойду, мам. Хорошо, только тихонько. О, ну это коллекция, я уже поняла. Класс. Гарно само. А что это? Да, оно очень красивое. Что-то такое важкое. Это для бумаги. Смотри, что я Насте резать подарила. Резать бумагу. Конвейер, ты знаешь, открывать, как рубневика сургучная. Да, 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 прикольно. Меч. Это тяжелый подарок, да? Да. Ну, то этот, я не уверена, что тебе уже понравится. Да? Что там, чашка такая, как у бабушки? Нет. Вы что, на приколе? Ну, мы не согласовывали. Мы не согласовывали, да. Вы что, мы не работаем? А, ну тут стаканчик прикольный. Тут прикольный, да, стеклянный. А то этот, ну, нержавейка. Боже, Лего! Лего! И печать! Настя! Печать! Мокрая печать? Печать! Обалдеть! Вот так капаешь и печатку ставишь. Мокрую печать? Угу. Мне как раз, я и кажется, не думала. Спасибо. Не мог? Да. Так, ну, если что, тебе Сережа поможет собрать. Я думаю, такой добик красиво у тебя будет смотреться. А, да, и еще, Настя, у меня такая история вышла. Ты сейчас посмеешься. Я хотела это Лего заказать на Алиэкспрессе. Ага.
Я смотрю, что везде дорого, там по 2000 прям светится. А тут 300 гривен на Алиэкспрессе. Думаю, о, закажу, заказываю, короче. Потом, короче, до меня доходит, что это не Лего, а подсветка к этому Добби за 300 гривен. И мне пришлось этого Добби искать уже по-любому, заказывать. Капец. Поэтому я тебе сейчас еще подсветку подарю, подожди. Спасибо. С Алиэкспресса. Так, вот, я не знаю, как там им пользоваться. Посмотришь, там что-то такое мудреное, я открывала кучу проводков. Да, ну да. А потом можно да. А я тебя шмаю. Да. Результаты дарила бабушка. Ну подождите по очереди. Настя, да. Бабушки. Ой. Боже, стак, держи свои стаканы. Стреляешь. О, боже, конфеты. Бабушка, конечно, рада. А что-то еще? Боже, я расцвела. Ага, я так и знала, что будет рада. О, прихваточка. На свято все одно есть. А это что такое? Полотенце. Передник или? А, полотенце кухонное, точно. Класс. С красивой. Мама, а где ты? Вот тут два полотенца. Не знаю, где твой Самсунг. Это мне? Спасибо. Где ты положила? Вот. Так. Шоколадочка. Да, да, а кто сказал? А кто? Видно. Что такое там? Я кашляю. Не могу. Распаковал. Ты бантик так не працює. Я уже поняла. Это чтобы голову поломать. О, у меня сегодня и наушники, и мышка новая. Праздник. Ну да, праздник. Настя. Эту картину она сделала у тебя дома, поэтому сказала подарить тебе. Спасибо. Она, это я не рисовала, это из пластилина. Да, я поняла, очень круто ты сделала. Из пластилина. Вот это да. Класс. Покажешь? Угу. Вот ты такая, смотри. Ой, картина класс. Из пластилина. Прямо шедевр. Да. Да. Целая композиция. Ну да, ты смотри. Я посмотрю. Ну, я как истинная женщина, которая не знала, что дарить мужчине. И у Лана куда-то еще осталось. Чай. Чай. Всегда актуально. Не, я вот больше про это. Что это? Это всегда. Носки, носки. Завжди. Ну да, это актуально. І це у вас теж немає, ти готуєш, я думаю, що тобі таке було потрібно, а тому що реально немає на кухні. Да, на кухні. Це два рушки. А, просто полотенушки? Спасибо большое. Серенькие, красивые. Ты просто посчастливаешь, что таких не было. Ага. А я же взяла их останні, Катя, думаю, а більше нема. Все ось, такие да, счастливые. Давай. А це було ще два тижні тому, зараз вони є знову. Да? Я не бачу. Скажите мені, Аліска всім подарила? Так, да, так. Да. Да, мені дарила. Ні. А, тобі не дарила. Ну що, надягаю. Да. Дякую. Бабушки. Дякую. Он даже написав. Алла. Да. Так, і все? Ні, ще одна. Давай, дари. Это ты, наверное, в Норвегии. Я так понимаю. Что-то там похоже. Увидишь, как-то это снежно, снежно. Оригинально. Здорово. Тебе, Сереж. И подарок Сереже от Алисы. А, провод у нас, соедините, я из Алисы. Тоже кошечка. Так, что тебе там Алиска подарила? Тоже кошечка. Я такое делал, когда соединял тоже. Лампочка, вот такой котик синий. Ну, правда, правда, что тоненький такой. Это как... Да, а тонкий там, проводок. Вообще там странно. Там напряжение небольшое, то из-за этого он тоненький такой. И вот наши одинаковые пижамки. Как вам? Главное, чтобы... А, у Алисы там. Я статуя. Понятно. Я нравятся статуя. Пижамки, ребят? Да. Приятные? Да. Так она не больно. Откуда ты знаешь, мы еще не пробовали? Я попробовала. Я чуть-чуть с вами. Давай, да Сережа с вами. А, ну давай. Блин. Алис, твоя очередь. Ладно, играй, Сереж, давай, Сережа. А!
Заела? Да нажимай нормально. Да! Все пальцы сразу. Дай, давай снова. Он с дедушкой поиграет, мне кажется, ему тоже понравится. А акула укусила. Интуиция. Акулы любят Настю. Настя, осторожнее в Италии. Нет. На море ходи. Давай, не жрать же стрёмно. Они... Стоять! Почувствовал. Смелей. Я до вас, мужики. Мужики? Да, реально. Ой, господи. Давайте. Вообще-то мужики. Веселая. Давайте с дедушкой вместе. Подвиньтесь к нему. Я же наш. Подвинься к нему. Меня не кусай. Не укусила? Меня не кусай. Ой. Алиска. Алиска, давай. Меня не кусай. Алис, твоя очередь. Еще. Меня не кусай. Возможу. Я с мамой, мужики. Давай. Я знала, что этот зуб опасный. Я знала, что он опасный. Там же не больно кусать. Да ну! Больно она кусается, Настя? Нет. Нет. По два. Я же два нажал. Нет, все. По два. Я успел убрать. Нажимай. Куда? Вот сюда? Пожалуй. Пробуй. Вот сюда? Попробуй на другие, там кнопки есть еще. Ну, тут. Ну, да, поближе. А может, я эту выключила? Подожди, сейчас. А ты засунулась. Поехали. А ну, еще давай. Ого, там надо равновесие держать. Ну да. А ну, Сереж, его поближе к нам. Давай, Алиска. О, скоростной. А как повернуть? Мам, подай. А как повернуть, Алис? Не знаю. О, вот тут, давайте. Я показать. Вот. Ну, подай! Да. Давай. Ужас, просто ужас. Стой, Соня, ты вот эта голова закрутится. Стой. Соня, стой. Остановись, протише. Осторожно, Сереж, не подходи к нему. Ого, раскрутился. Ну, хватит! Так, блин, это сумасшедшая игрушка. Так, Сережка, как всегда, сел Лего собирать, его любимое занятие. Настя оставила, говорит, соберите его сами. Говорит, я Лего не люблю складывать. А я вспомнила, что у меня для вас еще маленький подарок к вашей пижаме есть. Опа! Все, я их одеваю тоже. Спасибо. Очень-очень сильно спасибо. Огромное. Новогодние такие-то носочки. Новогоднее спасибо. Новогоднее спасибо. Какие классные. Все, Костя стол вез. О, супер. Смотри, как подходит к пижаме вообще. Спасибо. Пожалуйста. Носи на здоровье. Все, я прибрала. Бабушка еще у нас, дедушка уже уехал. Алиса тут с бабушкой играет в игрушки. Сейчас покажу. Бабушка Соник. Бабушка Соник. Вот такие Добби, даже подписано Добби. Класс, очень красивый. А покажи, что у него шевелится голова, там уши. Пальцы,
руки, самі вуха і голова. Даже може так. Ого, клас. Або так. Або очень так. Класний Добі. Ого, даже так. Круто. Можно вот так вот. Мне очень нравится. Зря его Настя не взяла. Он на полке бы красиво смотрелся. Ну, может, она собранного и заберет потом. Угу. Подсветку еще сделаем ему. В темноте будет красиво выглядеть. Мне тоже нравится. Да, класс. Еще одна вот тут крышка уже. Ты молодец. Все, что хочешь, можешь собрать. Я, у меня одноклассники, они ж, тоже с ушками. Ну, мне ж они не дают, а я у них прошу. Такие же шапочки, да, да. Как это? А я как приду, они все будут завидовать. Они хотят тоже Соника, а я им не дам. Они ж мне не давали. Ну там я один друг, он хочет Тейлза. А ты можешь наоборот дать и сказать, вот видите, я не жадный, я даю. Я хочу Тейлза. В следующий раз они тебе будут давать. Мама, Тейлза хочет. Я знаю, что Тейлза любишь. Вот эта вот девочка никак не может отлипнуть от техники. Я понимаю, что вечером я разрешаю играть, но уже спать пора. Нет. Дайте 5 минут, так и все. Хорошо? Не 5, а 10. Дайте 1 минут. Ты слишком там залипать стала. Ну, пожалуйста, 10 секунд. Секунд? Это посчитать до 10? Нет. Минут? 10 минут. Скажешь, хорошо, 10 пройдет. Минут и все, ребят. И спать будем, хорошо? Хорошо, а можно подать своему Винтика? Может. Сережка лег спать на вырастайке. Перевернутый. А я засыпаю. С рядом с лисюшкой. У них теперь две кроватки рядом. А это их колыбельная. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Мама, желаю тебе хороших снов. Спасибо и вам самых лучших снов. Сережа, желаю тебе хороших снов. И я. Спасибо. Спасибо, мама. Спасибо, Сережа. Спокойной ночи, солнышко. Спокойной ночи. Спасибо тебе.